Я считаю, ставить перед собой меньшие задачи для того, чтобы их осуществлять и быть от этого счастливым, я с этим не согласна. Это тоже у каждого своя формула счастья. Есть это понятие, человек ищет, где глубже, там рыба, где глубже, человек, где лучше. Тютчев сказал, счастлив тот, кто точку Архимеда сумел найти в себе самом. Мне представляется понятие счастья очень многомерным, глубоким. Я вообще не понимаю, когда говорят, я желаю вам женского счастья. По-моему, невозможно быть по-женски счастливым и несчастливым в работе. Как же ты можешь быть счастлив? Оно настолько многогранно, это понятие. Вот когда у меня там были какие-то в жизни трагедии, разрухи, разрушения в смысле семейных всяких дел. Я думала, ну вот ничего не надо, вот была бы любовь и все, и я буду счастлива вполне. Ну вот есть любовь, есть человек, который обожает, любит, носит на руках, заботится, но я хочу еще успеха в актерском деле, понимаете? Такое оно, и человек так устроен, так ненасытен. Много-много надо человеку для счастья. И любви, и здоровья детей, и любви детей к тебе. И, конечно, самореализации. Иначе зачем? Я не понимаю. Вот так я устроена как-то с детства, что я хочу быть на сцене. И я была бы очень несчастлива. Люби меня 10 000 мужчин и живя в золотой клетке. То есть у меня не было возможности выходить на сцену. Я была бы самым несчастным человеком на свете.